Экономическая политика может быть смягчена в Беларуси во втором полугодии. Об этом заявил сегодня на заседании 6-й сессии Палаты представителей премьер-министр. Андрей Кобяков представил программу деятельности правительства парламентарии. На заключительном заседании 6-й внеочередной сессии белорусские депутаты также рассмотрят протокол, изменяющий сроки начала эксплуатации энергоблоков белорусской АЭС. Напомню, ранее введение в строй первого энергоблока атомной электростанции должно было состояться в 2017 году, а второго на год позже. Теперь эти сроки смещены на 2018 и 2020 годы соответственно.